Get Movies. Канал для всей семьи. Волшебницы, скоро затмение лиловой луны, а лунный камень до сих пор не найден. Где результат? Василиса Васильевна, да мы тут такие поиски устроили! Весь Мышкин перевернули и под Мышкин! А этот ваш кот, чтоб вы знали, мы его давно вычислили. Аленка! Девочки, времени все меньше. Жду результата. Выговор заслуженный. Мы действительно затянули с расследованием. Но у нас нет зацепок. Надо думать. До завтрака я могу думать только о завтраке. Точно! Только пойдем в кафе «Лукоморье». Не хочу коту на глаза попадаться. Потом. Питаемся правильно. Смотри, эти твои из колледжа. Давай потише, Морен, а то нас заметят. Все, я наелась. Можем продолжить поиски. Но как? У нас нет новых зацепок. А все старые мы проверили. Значит, надо вернуться к самому началу. Что мы вообще знаем о волшебном лунном камне? Это про какой они там камень говорят? Я изучила все материалы. И в библиотеке волшебного колледжа, и в библиотеке фестиваля, и в сказочном интернете. У камня масса свойств. Левитация, одушевление неодушевленного, зеркальная магия. Похоже, это про твой камень. Интересно. Возможно, ты права. И даже возможность копировать чужую внешность. Ты слышала? Он может копировать внешность! Круто! Но ни в одной библиотеке нет книги, где сказано, как найти этот артефакт. О! А в замке моих родителей тоже есть библиотека! Ты там смотрела? Молодец, Аленочка! Хорошо, отправляемся немедленно! Подвал! То есть портал! Так они хотят забрать мой камень? Ага, размечтались. Что будем делать? Уедем из города? Какой уедем? Надо быть в курсе поисков. Бежим за ними. Ха! Давненько мы не были в волшебном городе. После библиотеки к моим родителям заглянем. Обещаю шикарный прием и королевский выбор мороженого. Не до мороженого сейчас, Аленка. Наша главная цель – волшебный камень. Вперед, патруль! Ждем минуту и за ними. А вдруг на той стороне они нас сразу заметят? Тогда мы изменим внешность. Используем камешек по полной. Все получится, сестренка. Сказочник, ваше мудрейшество! Здравствуйте, уважаемый кот! Вот это неожиданность! Нам срочно нужно узнать, как найти лунный камень. В вашей библиотеке есть что-нибудь о нем? Ничего не слышно. Надо подойти ближе. Но нас заметят. Так давай замаскируемся. Стой! Кто вы такие? И что здесь делаете? Сейчас я вам все объясню. Она точно стояла здесь.
Или здесь? Нет, нет, это не она. Может, это? О, здорово, караул! Как служба? А? Что? Мы спросить пришли. Может, чем помочь? Найдите себе дело. Сами. Не извольте волноваться. Сейчас полочки протрем. Забыл, где стоит эта книга. Но прекрасно помню интересующую вас информацию. Давным-давно, в ночь затмения лиловой луны, от нее откололся маленький кусочек и полетел на землю. Маги-звездочеты увидели это и бросились на поиски осколка лиловой луны. Разные артефакты применяли они, чтобы найти лунный камень, но магия не помогала. Вдруг у одного из волшебников засветилась верхушка посоха. Засветилась и выпустила луч. Долго шли звездочеты по лучу, и, наконец, среди болот увидели то, что искали. Помните, что за артефакт был у того волшебника в посохе? Как не помнить? Волчий янтарь. А как мы его узнаем? Его вы не спутаете ни с чем. Минуточку. Вот каталог волшебных камней. Осталось раздобыть этот янтарь. Дел на минуточку. Где-то я его видела. О, у шефа волколаков! Что? Помочь вам? А с чего это я должен вам помогать? Шеф, ну вы же добрый! Добрый, недобрый? Нет, не буду помогать. Ой, вижу, вы шашки любите. А я в детстве на спортивную секцию ходила. И, между прочим, делала успехи. Да, ну так давай сыграем. А то сижу один оденешенник, а тут такой соперник в гости зашел. Ой, ну не знаю, просто так играть неинтересно. А, правильно, давай это, на спички. Спички? Это мелко. Сыграю на ваш жезл. Что? Жезл? Ха, не отдам. А если поставлю часики? Часики? Играем! А вот так! Ой! Съел! А сюда? Еще! А если так? Обожаю выигрывать! Часики мои! Скоро будут мои! Бы сам с собой играл. Давайте не будем далеко уходить. Проверим работу артефакта на той поляне. Волшебница! А? Я это, что сказать хотел? Девочки, я догоню. Что вы хотели? Все-таки здорово, что ты в детстве ходила в спортивную секцию по шашкам. Да, я не только в нарядах разбираюсь. Все, с шефом вопрос решили. Начинаем. Давай сюда. Так, отойдите подальше. Маг, пожелавший узнать положение лунного камня, этот маг должен... Разбить дурацкий янтарь! Маша! Что ты наделала? Она не Маша! Она... изменила внешность! Морена!
волшебный камень у нее! За ними! Попробуй догони! Вот мы и нашли волшебный камень. И сразу потеряли. Так, комбинация в шашках имеет решающее значение. Да. Что ж такое комбинация? Пум-пум-пум. Ну понятно. Да. Заставить соперника делать нужные ходы. Так, результатом комбинации чаще всего является финальный удар. Это я могу. Хоп! Ха! Дамки! Ха-ха-ха-ха! Красивая партия! Обожаю выходные! И пикники, и мороженое! О! И все это сегодня! А ты понял, где Снежка назначила сбор? Конечно! Не волнуйся, Аленка! Кстати, я приготовил сюрприз! Покажу по дороге! Бабуля? Аленушка, я подхожу к лодочной станции. Ты скоро будешь? В смысле скоро? А, точно! Ой, бабуль, ты знаешь, у меня тут возникли срочные дела. Прости, не смогу с тобой встретиться. Давай завтра. Нет, лучше в пятницу или на следующей неделе, а? А, конечно, внученька. У тебя все хорошо? Хорошо, хорошо, не волнуйся. Пока. Вот же, совсем забыла. Договорились с бабулей на лодочке покататься. И прямо сегодня. Ну, если договорились, может, покатаетесь? Ой, Саш, ты же слышал. Мы уже все перепланировали. Показывай свой сюрприз. Вот, одолжил у Влада. Ух ты, какой красивый кристалл. Не просто кристалл. Это туристический телепорт. Ого! Добро пожаловать в клуб телепорта путешественников! Ого! Класс! Представляю мир с зеленым небом! Так оно же не зеленое! Это наш парк! Ха-ха! Узнаю шуточки Морока! Никакой это не телепорт! Вот же Морок! А? Ух, ежики! А это еще что такое? Летающие ежи! Ты это тоже видишь? Вижу! Значит, телепорт работает! А мы попали в какой-то параллельный мир, где все как у нас, но есть летающие ежики! Терпеть не могу ежей, тем более летающих! Отправляй нас обратно, Саша! Вернулись. Фу, предпочитаю мир с нелетающими ежиками. Ну что, по мороженому? Спасибо. О, что это с ним? А? О. Да, видимо, это опять не наш мир. Бабуля? Так, ежики, где вы? Ха! Ежики на месте!
вкусное! Значит, легко отделались. Идем на пикник. О, Варя! Варя, я конфеты принес. Твои любимые. Владик, ты такой заботливый. Спасибо. Угощайся. Это не наш мир. Согласен. Это не наша Варя с Мороком. Алёнушка! Ха, смотри, твоя бабушка. Нет, это не наш мир, и бабушка не моя. Алёнушка! Не могу говорить! Ёжики! Отлично! Бежим за мороженым! Нормально! Идем дальше! Эй, колючка, угости конфетой. Вот еще. Размечтался. Запаются. Саш, мы дома. Да, вот это приключение. Хорошо, что все позади. Эй, народ, где там этот пикник? Снежка заумно объяснила, я не понял ничего. Теперь понял. Подвезти, красотка. А? Ладно, пешеходы, догоняйте. Да, Васька в этом мире просто король джунглей. Ну его, этот мир. Домой хочу. Алёнушка! Алёнушка! Это не моя бабушка. Нет времени! Ёжики! Да! Хватит за мной ходить! Просто чудесно! Привет, ребята! Вы на пикник? Судя по координатам, отправленным Снежкой, и ориентирам данной местности, точка сбора на соседней поляне. Подтягивайтесь! А вот это наш Вася. Привет, девочки! Я сок привез. Виноградный, апельсиновый. И томатный. А березовый? Ты забыл, какой сок я пью? А вы что стоите, как в гостях? Бегом делать бутерброды. Опять не наш мир! Снежка не может быть такой грубой! Это кто тут грубый? Перегрелась, рыжая? А ты что уставился? А? Мы никогда не вернемся домой. Не говори ерунды. Конечно, вернемся. Вот сейчас вызову портал. И сама убедишься. Алёнушка, идем кататься на лодке. Еще и бабушка эта. Что ей ответить? Давай возьмем красную. Вызываю портал. Подожди, Саша. Бабушку, хоть и из другого мира, надо порадовать. Какой замечательный день! И птички поют, и солнышко светит. И мы наконец-то увиделись. Ага. Внученька, вижу, что-то тебя тревожит. Да вот я все думаю, что делать, если хочешь попасть куда-то, но не получается. Если не можешь быть где хочешь, закрой глаза и представь, что ты уже там. И пожелай этого всем сердцем. Пожелай всем сердцем. Спасибо, бабушка. Ну, как покатались? Покатались отлично. Запускай свой телепорт.
Аленка, главное, не волнуйся. Думаю, на этот раз мы точно вернемся домой. Обязательно, Саша. Сердцем я уже дома. Подожди, колючка! Ну что тебе? Аречка, как же я рада тебя видеть! И тебя, Владик! Не отставай, Вася! Привет, девочки! Аленочка, ты какой сок будешь? Виноградный или апельсиновый? Снежечка! Маша! Эй, рыжая! Что это было? Аленка, с тобой все хорошо? Хорошо! Не то слово! Фух, все собрались! Можем начинать? Саша, ребята! Начинайте без меня! А я к бабуле. Держи. Ну как, вам понравилось в другом мире? Да ничего особенного. Наш мир намного лучше. Внученька, как хорошо, что мы встретились. Бабуля, я так по тебе соскучилась! Внешний вид этого камня указывает на возможное внеземное происхождение. Забираем в лабораторию. О, этот тоже. И этот. Привет, Снежка! Завтрак туриста! Какао и пончик! Наконец-то! Давай сюда! Неплохо! Конечно! Встречаемся у музея! Кстати, спасибо за рюкзак! Он очень-очень удобный! И красивый. Эй, смотри, куда барахло бросаешь. Здесь занято. Ой, простите. Одну секунду. Это ваше. Простите еще раз. Я пойду. Нет, ничего страшного. Маленькое недоразумение. Превратить бы тебя в жабу. Да руки заняты. Так это же того растяпы! Он рюкзаки перепутал! Надо было все-таки превратить его в жабу! И куда этот тюфяк унес мой камешек? Он вроде в музей собирался. Молодец, сестренка! Не думала, что скажу это, но... Бежим скорее в музей! А в какой? Привет, Снежка! Привет, Васенька! Так вот это место, где оживает история. Оживает не то слово. Современнейший интерактивный музей. Я даже удивлен, что здесь так мало посетителей. Действительно мало. Наверное, новость об открытии еще не распространилась по Мышкину. Ваше фараонское величество Васенхамон Первый. Добро пожаловать в мое древнее царство. А что тут у вас интересного? О, пирамида! Ага, вон в том доме есть музей.
Вроде бы. Эй, бабуля! Где тут у вас музей? Хорошо, что вы обратились ко мне. Мышкин город-музей. Советую начать с городского музея сказок. Да тут... Совсем недавно там была переделана экспозиция по сказочным существам. Так мы... Только представьте, удивительная фантазия, будто персонажи народных сказок живут среди нас. Стоп, стоп, стоп. Минуточку, я еще не закончила. Ладно, сами найдем. Пошли. Большое спасибо. Там музей народных промыслов. Не самый лучший. 4 балла из 5. Да, интерактивный музей намного интереснее обычного, Васенька. Ага, а если нажать сюда, станет понятно, почему пирамиды ориентированы строго на звезды. Ух ты! Еще один фараон. А почему без короны? Странно. Ведь корона – важнейший символ власти правителя. А что интерактивно здесь? А так? Кажется, этот экспонат не интерактивный. О, смотри, что там! Идем! Вроде ничего не повредилось. И тут его нет. Ох, поймаю я этого пончика. На соседней улице еще один музей. Идем. Какая красота! Так вот, как включается эта мумия. Какой же ты умный, Васенька. Да, надо поставить этому музею высший балл. Я не поняла. Так это не интерактив? Слишком реальный интерактив. Попробую остановить ее магией. Отлично, Снежка. Ледяная стена должна остановить мумию. А что это она делает? Ой-ой-ой! Ты же Снежка! Бойся, Снежка, я спасу нас! Что теперь делать? Я найду выход. Пока мы внутри, мумия до нас не доберется. Кажется, пора вызывать помощь. Ой, мой телефон! Я без связи. Разбудим смотрителя. Помогите! Музей древности. Недавно открылся. Идем? О, ты слышала? Похоже на голос, ну, это из колледжа. Снежки! Кажется, ей нужна помощь. Чихать на нее. Второй голос интересует меня больше. Помогите! Не могу больше кричать. Ну почему смотритель так крепко спит?
Ничего, спасемся сами. Я смотрел много фильмов про пирамиды, и эти надписи, думаю, здесь неспроста. Получилось! Вон она! Бежим! Что там происходит? Круто! Мумия! Снежке, похоже, не круто. Может, поможем? Еще чего? Где она, Васенька? Вроде там. Что это? Не знаю. Меня, кажется, прищемило. Кто прищемил? Мумия? Нет, мумия вон там. Вот мое сокровище. Давай, Васенька, выбирайся. Снежка, беги. Оставь меня, спасайся. Морен, их сейчас съедят. Выключи мумию. Ха, вот еще. Не мои проблемы. Нет, Вася, я без тебя не уйду. Ну, хватит. Что же ей надо? Думай, думай. Всех фараонов была корона. Ну, конечно, корона! Мумии нужна моя корона! Какой же ты умный, Васенька! Это сколько надо знаний, чтобы разгадать секрет мумии? А потом Васенька догадался, что было нужно фараону, и благодаря ему мы спаслись. Безобразие! Никакой культуры! Экспонаты двигать нельзя! Еще и гадость эту нацепили! Ух, круто! Жаль, ты мне позвонить не смогла. Уж я бы этой мумии наваляла. Эх, и книга, и компас потерялись, и камни. Знаете, ребята, а ведь мумия была оживлена магией лунного камня. Ого, что, правда? А сам камень совсем недавно лежал внутри Васиного рюкзака. И еще, Васина рука тоже касалась лунного камня. Что? Моя рука? Лети! Падай! Да, класс! Еще разок! Ванильный! Шоколадного не было! Что ты подкрадываешься? Прости, я не хотела! Не хотела! Смотри, как я могу. Лети! Ух ты! Камень просто огнище! А ну, кыш, кыш! Ладно, давай свое мороженое. Так, что у нас сегодня с развлечениями? Собрались. Девочки, забыла сказать. Я тут на конкурс талантов записалась.
теперь готовиться надо. Не могу с вами пойти. А? Конечно, Аленка. Выступление важнее поисков лунного камня. Нет, Варечка. Важнее придумать номер для выступления. Не получается. Что же показать? Ладно, девочки, идем. Нет! Аленочка, ты же маг огня. Покажи огненное шоу. Этим никого не удивишь. Нужно что-то необычное, не магическое. Не знаю. Ладно, удачи на шоу. Пойдем посмеемся. Если граф Дракула нас заметит, будет скандал. Нам ведь запретили появляться на фестивале. Вот для этого и нужна маскировка. Привет! Добрый день. Прошу, мадам, шоколадный бисквит с крупицами морской соли. Я точно опозорюсь. Морские коньки! Эй! Плывите сюда! М? Хотите печеньку? Вкусная! Так вот с кем я выступлю на шоу! Спляшем на сцене, конечки! Сказочный патруль. Это вы звонили? Расскажите, пожалуйста, что случилось? О, монстр! Ужасный летающий монстр! Ага, здоровенный. Вот с такими зубищами. Он на вас напал? Не. Напугал и улетел. Фома и Ерема. Привет. Монстр? Он в лавке Фомы и Еремы. Бежим! Оп! Еще! Молодцы! Волшебная рыба! Волшебная? Конечно! Спорим, радиоуправляемая! Да нет, Мышкин – город чудес! Так в буклете написано! Верю, верю! Ой,
Трезор? Это ты? Ты еще что ли вырос? Ну, как дела у водяного короля? А что ты тут делаешь? И как это тебе без воды? Нормально? Так, а ведь коньки тоже без воды. Как я сразу не заметила. Алёнка, берегись! Девчонки, да это же Трезор! Ой, и правда. Привет, Трезор. Значит, никакой монстр на мышки не нападал? Просто Трезорчик искал своих друзей. Интересно. И коньки, и Трезор светятся энергией лунного камня. Думаю, именно она помогает рыбам дышать воздухом и летать. То есть камень попал в подводный мир. А уже уплываете? Значит, мы не выступим на шоу талантов. Вы остаетесь! Да, танцоры лопнут со смеху. Особенно тот бородатый. Сейчас номер под названием «Морская мечта». Встречайте! Ха! Она костюм на помойке, что ли, нашла? Сейчас что-то будет. Сейчас я этой рыжей устрою. Нет, Морена, не надо. Нас заметят. Ну, пусти. Тише. Дай сюда. Падай. Закончилось так внезапно. А мне интересно, как она в них появилась. Думаю, у меня есть ответ. Вода в фонтане тоже светится. Значит, продолжим поиски в Подмышкине. О, сфоткай, будто я поймал летающую рыбу. Сестра называется. Зачем ты мне помешала? Я бы эту рыжую на весь зал опозорила. Ты не расстраивайся, Море. Просто я не хотела, чтобы нас заметили. Ладно. Еще повеселимся. Правда, камешек? Да, с первого раза. А ты? Попадешь вон в того. Морена, не надо. Они разобьются, а у нас будут неприятности. Неприятности лучше, чем эта невыносимая скука. Ха! Есть. 2-0. Ладно, не ной. Еще разок. Последний. А? Ты видела? Ничего себе. Круто! Да, этот камешек выбрасывать не стоит. Все, идем. Сейчас, только гнома поправлю. Стой, я сама.
лучше. След лунного камня исчез окончательно. Хм, интересно, где же камень сейчас? Машечка, а я тебе уже говорила, что твоя новая заколка просто супер! Да, Аленка, говорила, и не один раз. Только, огненный узорчик мне больше подходит. Дашь поносить? Вообще-то, эта заколка подарок от Корвина. А я не знала. Машечка, носи сама. Тебе очень идет. Ой, девочки, смотрите. Может, ему помощь нужна? Фома и Ерема. Алло. Что? Обокрали вашу лавку? Стащили дубинку-бокомялку? Вы кого-то видели? Ага. Высокий, в плаще и... в смысле, извивался, как червяк. Вот так, да? И у него дубинка! Эй, постойте! Гномы! Зачем вы ограбили лавку Фомы и Еремы? Никого мы не грабили. Взяли на время, понятно? Нам надо. И для чего вам дубинка-бокомялка? А чтоб домой попасть. Домой? А что же вам мешает это сделать? Да эти пришли вчера. Ни здрасте, ни как дела. Вроде гномы, но какие-то странные. И давай граблями махать. Туды, сюды, сюды, туды. В общем, выгнали нас, понятно? Другие гномы? Мы разберемся. А вы, уважаемые, верните дубинку хозяевам. И попросите у них прощения. Девочки, вам не кажется, что в подземелье гномов стало уютнее? Да, цветочков здесь раньше не было. Ого, вполне профессиональное садоводство. Неплохой подбор сортов. А ну, грабли убрала! Ой, простите. Ух ты, садовые гномы ожили. А-а-а! Так вот, кто выгнал из дома наших знакомых. Чего пришли? Привет, гномики. Мы только спросить, зачем вы так с хозяевами поступили? Из дома их выгнали. Захотели и выгнали. Мы теперь хозяева. А они пусть на улице поживут. Но ведь так нельзя. Можно! А ну, вылетайтесь! Патруль, приготовиться! Не мечтай, белобрысая! Вот же хитрые! Меня не обхитришь! Получи, борода фарфоровая! Не доросла еще! Ой, их огонь не берет! Повиси здесь!
наконец-то! Включаю магический режим. Девочки, гномов оживила магия лунного камня! Патруль, отступаем! Аленочка, идем! Пустите меня! Я им сейчас всыплю! Бегите, бегите! Если мало, возвращайтесь за добавкой! Хорошо сказал! Отбей грабли! Повезло им, что вы меня вытащили! Нет, Аленка, магия лунного камня сильнее нашей, и этих гномов нам не одолеть. А можно как-то забрать у них магию? А это идея! Маш, наверняка должен быть способ. Магию из ожившего неживого может впитать сказочный минерал дыхания огня. Красно-оранжевый с желтыми языками. Отлично! Огонь! Моя тема! Добудем минерал и удивим этих фарфоровых! К сожалению, в природе он не встречается. Все образцы были созданы старыми магами и теперь находятся в частных коллекциях. Жаль, идея была хорошая. Машечка! А твоя заколка выглядит прямо так, как ты только что прочитала. Думаешь, в ней тот самый редчайший минерал? Вероятность совпадения минимальна. А вдруг мы можем это проверить? Минерал дыхания огня активируется магом огня. Ха! А как активируется? Маш, там не написано? Активируйся! Активацию! Активо! Я поняла! Может, его поджечь? Нет, Аленка, это подарок. Смотрите, девочки! Эй, есть кто дома? Лещи, крабельки, они вернулись! Неужели за добавкой? Нет-нет, уважаемые, только поздравить с новосельем. Как красиво вы все тут сделали! А это счастливый фикус, сама растила. Что такой чахлый? Вот садовница, совсем толку нет. О, украшенница. Так бы сразу, а то... Все сработало. А магия из вредных гномов пошла на доброе дело. Лунный камень проявил себя, и это неплохо. Только вот попал он, похоже, в чьи-то не слишком ответственные руки. Интересно, в чьи? Ты не знаешь? Что же ты еще умеешь, камешек? Может, вернем его на место? Ха-ха! Ну уж нет! С такими сокровищами не расстаются. Держись, Мышкин. Скучать тебе больше не придется. Это что еще за лютики? Им тут не место. Выкинуть все! Немедленно! Давай-давай, вот так! Прошу, юные леди, овсяная каша – лучшая утренняя еда. Спасибо. А можно мне слоечку? Сначала каша, Аленка.
Сегодня нам понадобится много сил. Да-да, у нас большие планы. Кстати, господин кот, мы вышли на след лунного камня. Так что мне нужен выходной. Конечно, принцесса Алена. Супер! Всем приятного аппетита! Ой! Ого! Фу, гадость! Господин кот, а почему в моей тарелке? Перчатки? В моей каше? Это скандал! Тысячи извинений! Как такое случилось? Где я не доглядел? Но это не я! Здесь! Не кафе, а магазин перчаток! Все пропало! Да, похоже на какой-то розыгрыш. Не смешной розыгрыш! Я есть хочу! Патруль! Разберитесь с этим, умоляю! Успокойтесь, уважаемый кот. Мы обязательно вам поможем. Правда, девочки? Боюсь, главная задача на сегодня – лунный камень. Да-да, часики тикают! Согласна. Перчатки вместо еды, конечно, не дело, но и не катастрофа. А мы должны спасти мир. Но как спасать мир на пустой желудок? Аленочка, не переживай. Сходим в кафе «Лукоморье». Да, кафе «Лукоморье». Безобразие! Куда смотрит повар? Это отвратительно! Простите, а что случилось? Вот что случилось! Перчатка в моей тарелке вместо суфле! Кафе испортилось. Я сюда больше ни ногой. Девочки, это уже серьезно! Завтрак под угрозой срыва! Надо расследовать! Лунный камень по-прежнему в приоритете. Ну давайте хоть мороженого возьмем. Двойную порцию ванильного, пожалуйста. Вы что, шутите? В городе совсем еды не осталось? Вот ежики соленые. Лавка Фомы и Еремы. Похоже, проблема масштабнее, чем мы думали. Хорошо, переключаемся на дело о перчатках. Ерема, что ж ты так мало перчаток заказал? Да немало заказал, Фома! Ох, немало. Ну и где они? Где-где? Закончились, сам не видишь? Эх, Ерема, Ерема, ну как мы без перчаток-то будем? О, волшебницы! А это, а зачем пожаловали? Здравствуйте, уважаемые! Это ваша перчатка? Наша! Может, вы тогда объясните, почему она оказалась у меня в тарелке вместо каши? Как объяснить? Да, как объяснить? Тут это, надо подумать, вот. Хоп! Я поняла! Эти шустрики бегают по городу на сапогах скорохода и быстро-быстро подменяют еду перчатками. Гениально? Не особо. Но оригинально. Ой, девочки, смотрите! Это же скатерть-самобранка. Бедненькая, кто тебя так? О, самобранка! А можно мне слоечку? Никаких слоечек! Ни пирогов, ни каши, ни пареной репы. Дайте отдохнуть. Простите, что беспокоим, но мы проводим расследование. Не могли бы вы ответить на пару вопросов?
Не могла бы. Я в отпуске до конца недели. Ну-ка, голубушки, положите меня, где взяли. Что за день такой сегодня? Даже скатерть-самобранка не хочет работать. Ну, конечно. Волшебная скатерть не работает. Вот почему Фома с Еремой похищают еду. Ишь, обжоры! А мне даже слоечки не досталось. Если близнецы действительно такие голодные, мы сможем их приманить чем-нибудь съедобным. О, приманка из еды! Варечка, ты гений! Ага. Вот только ничего съедобного в городе не осталось. Одни перчатки. А тот волшебный горшочек в кафе Лукоморья, он еще варит бесконечную кашу? О. Срочно в кафе Лукоморья! Ну, Снежка, у тебя и голова! Кто бы еще об этом волшебном горшочке вспомнил? Девочки, следите за улицей. Аленка, Алиса, заходим. Думаете, горшочек работает? Не поломался? Может, сперва себе каши сварим? Ну, для проверки. Тихо! Слышите? Ровнее держи, Ерема! Да не шатай ты! Да не шатаю, бери уже! Чего копаешься? И снова здравствуйте! Времечко, стоп! Ну что, уважаемые, расскажите, зачем вам бесконечная каша и при чем тут перчатки? Воришки, нет! Кот разрешил нам взять горшочек, правда? Какой еще горшочек? Берите, что хотите, не до вас! О! Ага, ням-ням! Сейчас, малышка! Сейчас, сейчас! Не подведи горшочек, вари! Ага. О, с ума сойти! Взяли мы как-то на ярмарке яйцо дракона. А из него гусеница вылупилась. Понятно стало, обманули нас, ага. Ну что поделать? Малышка кушать просила, и стали мы ее кормить. Быстро привязались. Больно мило она лепетала. Вот это ням-ням-ням-ням. А еды все больше и больше требовалось, ага. Поначалу скатерть-самобранка выручала. А потом устала скатерть, заупрямилась. Тут-то мы в лавке чудо-коробушку и нашли. Надписи на старосказочном. Интересно. Ну, мы на таком не читаем, вот. А вот видите, перчатка нарисована. Кладешь перчатку, открываешь, а там еда. Хотите проверить? Перчатка найдется? А то у нас это, закончились. Это не перчатка, уважаемая, а рука. И написано тут, положишь оплату, заберешь еду. Так вы этой коробкой нам перчатки вместо еды подкладывали? Так мы же это, не знали? А малышка-то... Есть просит. Вот о волшебном горшочке и вспомнили. Горшочек, не вари! Неужели наелась? Дракон это! Ага. Настоящий прям! Ну вот, горшочек на месте!
Патруль, вы выяснили, почему еда превращается в перчатки? Да, уважаемый кот, дело раскрыто. Правда? И кто виновник? Мы все вам сейчас расскажем за чашечкой чая и свежей выпечкой. Слоечки! Наконец-то! Теперь можно снова искать лунный камень, только... мне нужен еще один выходной. В момент наполнения магии Луны камень-хранитель Мышкина ярко светится лиловым, после чего гаснет, приобретая вид обычного булыжника. Сноска по звездочке посмотрим чуть позже. То есть сейчас лунный камень выглядит как просто камень? Ага. И что мы тогда ищем? Просто камень? Для начала мы ищем нашего главного подозреваемого. Аниматора в костюме пингвина. Ладно. Кто первый заметит, тому шоколадка. О, пингвин! Вон там, видите? И там пингвин. А вон еще один. Как дела у вас? Второй роется в урне. Третий идет к фонтану. Все готовы. Хватаем на раз, два, три. Подожди, Аленка. Пока наблюдаем. Да, мы не знаем, связаны эти аниматоры или кто-то из них украл камень в одиночку. Связаны, не связаны. Все они подозрительные. Вот что он там делает? Идем поближе. А я люблю пингвинчиков. Я подружилась с ними в детстве у моей тети Снежной Королевы. Не забывай, Снежка, это не милый пингвин, а кто-то в костюме пингвина. Костюмчик тоже милый. Привет. Ускакал! И второй побежал! Третий тоже! Видимо, они сообщники! Ну что, Варечка, хватаем! На раз, два, три! Вон он! Ага! Простите! Извините! Осторожно! Девочки, вижу еще одного! Уже четвертый? Нет, это наш, первый! Вот же, шустрый! Нырнул куда-то! Снежка, ты не видела? Нет, к сожалению. Первый ушел. Второй тоже. Я его потеряла. А я вижу всех троих. Девочки, они встретились на заброшенной фабрике игрушек. Жду вас. Тогда заходим.
мужчины, не расходитесь. У нас к вам пара вопросов. Что ж, давайте посмотрим, кто прячется в пингвиньих костюмчиках. Костюмчики, кстати, просто прелесть. Да, и покажите, что в мешке. Королевы? Пингвины на тайном задании Ее Величества. А зачем ей волшебный камень? Не думаю, что королева причастна к похищению камня. Но посетить ее замок придется. Девочки, только сейчас вспомнила. Сегодня в Снежном Королевстве праздничный вечер. Да? Тогда нам надо принарядиться. Разве зима не чудесна? Чудесно? Не то слово! Особенно, когда мы прямо из лета. Здравствуйте, Ваше Величество! Девочки, как хорошо, что вы вспомнили о празднике пингвиньего танца. Это так приятно. С праздником, тетя! А как мы найдем трех пингвинов, если все они похожи, как капельки воды? Эй, вы случайно не брали волшебный камень? Нет, этот не брал. Пингвиний твист! Идемте танцевать! Девочки! Вообще-то у нас расследование. Ну, а мы быстренько посмотрим, что там да как. Бежим, Снежка! Кажется, мы в тупике. Тогда давай дочитаем статью про лунный камень. Первое. Лунный камень оставляет волшебный след на предметах, с которыми соприкасался. Второе. Волшебный след можно увидеть только с помощью волшебного оптического прибора. Типа твоих очков? Ну да. А что же я раньше-то не проверила? Волшебный след! Уважаемый, пройдемте побеседуем. Девчонки, что случилось? Мы танцуем! Этот пингвин был на фабрике игрушек. Мы уверены. Что, правда? А, какой коварный! А танцевал так, будто первый раз меня видит. Покажите то, что вы взяли в парке у кота. А Снежная Королева знает, что вы катались на ее санях? Это что? Скульптура из мусора? Произведение современного искусства. Да, ничто волшебное к этому не прикасалось. Нет, не светится. Зато ваша лапа светится. Расскажите, как вы встретили кота? Что было в парке? Зачем надели костюмы?
Костюмы были нужны для того, чтобы никто в мире людей не увидел подданных Снежной Королевы. Им туда нельзя. Но только в мире людей можно было собрать великолепные баночки для подарочной скульптуры королеве. А больше всего баночек у туристов, которые обожают фокусы, аниматоров и пингвинов. А у кота баночек не было, только какой-то ларчик. И его кот сначала отдал, а потом обратно потребовал. Еще и камень под ноги бросил. Ничего себе! Получается, никто камень не похищал? Это просто кот! Растяпа! И пингвинчики не виноваты. Сейчас важнее другое. Камень до сих пор может лежать в парке. Главный момент вечера! Снежка, некогда! Срочно в Мышкин! Снежечка, идем! Пингвинчики, покажите там класс! Хорошего вечера! Судя по яркости следа, камень забрали отсюда буквально недавно. Да, жаль, мы слишком поздно узнали о важном свойстве лунного камня. А если мы все равно его не нашли, может, тогда вернемся на бал? Снежка! Десерт за счет заведения. Приятного аппетита, волшебницы. Волшебницы и Владислав Владимирович. Благодарю, котик. Надеюсь, вы не расскажете Василисе Васильевне о моей роли в пропаже лунного камня. Вы обещали. Обещали? Значит, не расскажем. Поразительная любовь к мороженому. Мое восхищение. Спасибо. Уважаемый кот, мороженое – это прекрасно, но хотелось бы узнать, как вы похитили камень. Разумеется, я максимально открыт и готов к сотрудничеству. Дело было так. Главным хранителем магической части города, я знал, как проникнуть в сокровищницу и обойти все ловушки. В чешуе, как жар, горел. 33 богатыря. Прошу заметить, я обеспечил лунному камню самый надежный контейнер для хранения, закрытый магической печатью. Все произошло в районе обеда. Конечно, свидетелей меньше ночью, и лишь глупец пойдет на дело днем, но хочешь сделать незаметно, сделай у всех на виду. Смотри!
смотри, куда едешь. Мой ларчик, где он? Благодарю, любезный. Все в порядке, печать не сломалась. Смотри, куда едешь. А сами-то не смотрят. Скажите, мог ли камень выпасть в этом столкновении? Ни в коем случае. Магическую печать, как и любую другую, можно сломать лишь один раз. И господин Квот сломал ее прямо у нас на глазах. Ага, когда по нашей просьбе открыл ларчик. Очень вкусно. Спасибо большое. Значит, до того момента ларчик точно не открывался. Продолжайте, пожалуйста. О-ля-ля, какая прелесть. Ваше сиятельство, осторожнее, это очень хрупкая вещь. Где вы ее взяли? А, купил, нашел, лотерею выиграл. А, вспомнила, это наша семейная реликвия. От дедушки досталась. Храни, говорит внучок, и смотри, не давай никому. Даже на время. Как жаль. Чудесная вещица. Простите, граф, мне пора. Отличный улов. Это мне, это Тризору, это опять мне, это снова мне. Приходите в кафе, чтобы попробовать новый коктейль с томатным соком. Нет! Стой! Стой! Нет, вот это Тризор. Остальное мне. Фух, целая. Стрелочки мои, ну зачем нам эти подробности? Понятно же, что если печать не сломана, значит ларчик не открывали. А если не открывали, как тогда пропал камень? Это мы и пытаемся выяснить. Возможно, было магическое вмешательство. Эту версию мы тоже проверим. После того, как рассмотрим все встречи хранителя по дороге домой. Продолжайте, пожалуйста. Благодарю. Это еще что? А где ларец? А, простите, мадам. Угу, так. Плавно поверните ручку. О, смотри, ларчик. Может, потерял кто? А внутри чего? Что-то есть. Ага. А так это... А давай глянем? Давай глянем, а чё б не глянуть? Позвольте, это мое. Благодарю. А это, а поздороваться? Он не поздоровался. Я не поздоровался. В этом. О, да, мое любимое с орешками. Где мой ларец?
Золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью кот ученый. О, вот, кстати, он. Все ради вашего уважения, Василиса Васильевна. Все понятно. То есть ничего пока не понятно. Ого. Ха-ха. Интересно. Владик, а как ты это сделал? Вот. Тут кнопочка незаметная. Значит, ларчик можно было открыть, не повреждая охранную печать. Хитрая вещица. И где вы ее взяли? Нигде не брал. Это наша семейная реликвия. От дедушки досталось, клянусь, хвостом и усами. Успокойтесь, уважаемый кот. Мы вам верим. Правда, Аленочка? Правда, правда. Хотя версия с продавцом ларца была бы интересной. Получается, камень мог выпасть через дно при любой вашей встрече по дороге? Получается. А еще вы сами могли случайно нажать кнопку и выронить артефакт. Мог. Значит, мы снова понятия не имеем, где искать лунный камень. Ну что за фокусы? Фокусы! Самый подозрительный из всех встреченных хранителем тот, кто отвлек его фокусами. Пингвин! Точнее, тот, кто был в костюме пингвина. Ну, Маша! Значит, ищем пингвина. Да, каникулы у нас интереснее с каждым днем. Я же говорю, волшебный камень, артефакт этой... Маш, как ее там? Лиловой луны. Точно. Камень, конечно, не простой. А очень ценный. Да, Варечка, спасибо. И Василиса Васильевна отдала его нашему котику, чтобы хранил у себя до начала мероприятия. Так этот растяпа... Хранитель. Этот хранитель сразу его и проворонил. Прибежал к Василисе Васильевне, кричит: «Караул! Стащили прямо из-под носа!» То есть кот хоронил камень, и он же сообщил о пропаже. Ага. Так что тут думать? Камень взял кот. Что? Что? Вот и мне не верится. Кот – похититель камня? Обвинение серьезное, нужны доказательства. Да что там доказывать? Подойдем и скажем прямо: нам все известно, отдавай. А он и ответит: ничего не знаю, я не брал. В теории любой воришка захочет проверить тайник, если узнает, что украденной вещи грозит опасность. Точно! Кот пойдет в тайник, а мы за ним. Надо придумать опасность для нашего камешка. Аленка, это только теория. Я вообще-то не верю, что кот виновен. И нам на работу пора. Давайте с этим до вечера. Девчонки, вы куда? Подруги называется. Ну хоть ты-то со мной. Так, пряники волшебные. Бисквит-сказка. Пончики-сладкая магия.
все такое аппетитное. Да. Кондитер просто волшебник. Или на этой кухне спрятан какой-то волшебный артефакт. Кстати, я читала, будто волшебные артефакты теряют свои свойства, если долго лежат на одном месте. Что, прямо все артефакты? Даже лунный камень? Ага, представляешь? Господин кот, а вы что об этом думаете? Чушь! И ученицам волшебного колледжа следует это знать. По-моему, реакция естественная. Нет-нет, я видела! У котика глаз дернулся! Значит, он клюнул! Начинаем слежку! Версия Владика подтвердилась. Думаешь, волшебный камень в этом свертке? Конечно! Лопату видишь? Кот закопает камешек, а потом... Быстрее, Снежка, он уйдет! Фисташковое, ванильное, шоколадное. Шоколадное. Угу. Всегда найдется минутка для мороженого. Так, еще чуть-чуть. Ага, в самый раз. Вот, закапывает камень под дерево. Да, Аленочка, кажется, ты была права. Давай посмотрим. Так, пока ничего. Наверное, глубже. Сейчас, не лень ему было, глубоко закопал. Аленочка, он идиот. Мое бутербродное деревце! Возмутительно! Кто это сделал? Хулиганы! Вредители! Кажется, мы ошиблись. Котик не виноват. Нет, Снежечка, этот хитрюга понял, что мы следим. Вот и притворяется. Запутать хочет. Снежка, ты где? В сувенирной лавке толпа посетителей. Уже бегу, Варечка. Прости, Аленка. Эй! Как же наше расследование? О, Алиса, ты вовремя! Моя лягушечка возьмет приз за лучший костюм. И никто не догадается, кто ты есть на самом деле. Кто ты есть на самом деле? Он превратил камень в козленка. Вот хитрец! Ага! А в Южной галерее сегодня выставка оборотных зелий. Я столько пробничков набрала. Так, значит, козленок – это камень. Представляешь, огромный набор пробничков. Всего по чуть-чуть, зато все разные. Алиса, да убери ты свои пробнички. Нам козленка расколдовать надо. То есть камень. Ты совсем меня не слушаешь? Я же говорю, это пробнички оборотных зелий. Не волнуйся, Аленка, у меня еще много. Не получается! Кот идет, прячемся! Козленочек, что с тобой? Что случилось? Что теперь делать? Как дела, детективы? Мы заколдовали козленка! Мы думали, это камень! А теперь... Что делать, Маша? А чем заколдовывали? Пробничками оборотных зелий. Ясно. Делать ничего не надо. Пробники действуют недолго. Удачи. Часики мои. А котик, похоже, и правда расстроен. Не расстроен, а хитер. Так убедительно страдает. Значит, точно виноват. О, козленочек, не пугай меня так больше. Возьмите буклет «Сказочные маршруты Мышкина». Будут вопросы, обращайтесь. Вы из 301-го? Вам почта. Хорошего дня. Ну как вы не видите? Кот виновен. Я не вижу. Прости, Аленка. Девочки, тише, вот он. Господин кот, вам телеграмма. Что за телеграмма? Из банка троллей. Дай сюда, это важное. Ну, хитрец! Положил камень в банк троллей. Девочки, я освободилась. Что новенького? Мы отправляемся в страну троллей. А сколько чемоданов можно с собой взять?
столько усилий, а в итоге банка консервов. Хочу мороженого. Ну как, разоблачили кота? Знаешь, Владик, я дольше всех тебе верила, но наш котик – это просто какой-то образцовый идеал. Аж противно. И камни он не похищал. Да? Странно. Обычно я такое нутром чую. А тут, значит, ошибся. Уважаемый кот, вы в порядке? Я определенно не в порядке. Меня весь день преследуют неудачи и печали. Впрочем, какое вам дело? Заказывать что-то будете? Это не печали вас преследуют, а мы. Вы? Но зачем? Просто мы думали, что это вы похитили волшебный камень. Что? Вы меня подозревали? Да как вы посмели? Я поражен в самое сердце и больше сегодня не работаю. А ведь это и правда, кот. О, Аленочка, может, хватит? Да я сама так поступаю, когда меня на чистую воду пытаются вывести. Изображаю оскорбленную невинность и гордо удаляюсь. Ну давайте проверим. Ну в последний раз. Ну, Владик. Как патруль меня вычислил? Ведь абсолютно ничто на меня не указывало. Но раз уж так вышло, пора избавиться от камня и завершить мой план. Верну волшебный камень Василисе Васильевне. Скажу, что именно я его нашел. И она увидит, как я полезен. И она увидит. Ага, чутье меня все-таки не подвело. Попался, котик! Лапы вверх! Я не желал ничего плохого, лишь заработать немного признания Василисы Васильевны. Мы можем все забыть и не говорить ей. Славы мне, конечно, не видать, но в вашей власти не окунать меня в пучину позора. Мы подумаем. Уважаемый кот, пожалуйста, откройте ларчик. Мне тоже интересно. О, этого не может быть! Я ни при чем! Клянусь хвостом и усами! Кто я такой? Нет, повыше. Кто я такой? Интересно, где же все-таки наш камешек? Где-то точно должен быть. Не удивлюсь, если он прямо у нас под носом. Вы слышите, девочки? Моя гитара! Эй, Морок, ты что вытворяешь? А? О, колючка. Привет, патруль. Не волнуйтесь, я в порядке. Ничего не сломал. Кажется. Не ремонт. Нужна целая. Краше прежней. Шикан великолепный новый концертный тур. О, а ничего, гитарка. И хозяин знаменитость. Ладно, попробуем. Шикан, вы насчет концерта? Привет, но можно сказать и так. Я тут одну гитару случайно сломал. И мне такой концерт закатили. А, это ты, Влад? Да, понимаю. Сломать гитару – это как сломать руку. Только больнее. Прекрасные слова. А, слушай, я тут как раз твой ролик смотрел и подумал, может, подаришь мне одну из своих гитар? Ну, у тебя же их много. Ну, много. И что? Они все мне нужны.
Или у тебя найдется что-то ценное взамен? Ну, только фруктовые конфеты. Но зато с разными вкусами. Конфеты оставь себе. А мне принеси корень мандрагора для укрепления голоса. И одну гитару так и быть отдам. Отлично. Подпиши ее и заверни. Я скоро буду. И где же взять этот ботанический корень? О, ботанический эксперт. Эй, Маша! А? Ой, и зачем столько читать? Ты и так умная. Тебе что-то нужно, Влад? Да, я тут на курсы научные записался, но там такие эксперименты мудреные. Вот хотел попросить о помощи. Только не смейся, а? А над чем тут смеяться? Саморазвитие — это похвально. Я с удовольствием тебе помогу. Круто, спасибо. В общем, прям первый эксперимент. Возьмите корень мандрагоры. А где? Ну, это легко. Корень мандрагоры можно попросить у лешего. Он его на своем огороде выращивает. Знаешь, как найти? Ага. Что тебе, морок? Можно буклетик по Мышкину? Нету мандрагорова корня нынче. Не уродился. И что же мне делать? Так известно что. Следующего урожая ждать. Ну вот. Останется Шикан без мандрагоры, а красная девица Варвара без гитары. Обидится. Не делай это. Обижать красную девицу. Знаю способ один. Мандрагору с ростом поторопить. Принеси слез водяного короля, полью ими корешок, мигом вырастет. Слезы водяного? Ха, да без проблем. Никуда не уходите, скоро вернусь. Конфетку хотите? Выше, правее. Хорошо, закрепляйте. Маша, срочно нужна помощь. Уй! Опять. Что случилось, Влад? Снова по учебе? Ага, слезы водяного. Представляешь, я даже знаю, где найти водяного, но как дышать под водой? Вот задачка. И совсем не трудная. Нужно надеть на шею кулон с волшебной ракушкой. Мой дома, но Снежка свой вроде с собой носит. Можешь попросить у нее. Отлично! Спасибо, Маша! Лишь бы в русалку не превратиться. О! Ну, ласт — это не хвост. Годится. Погружаемся в подмышки. Ваше водяное величество, для хорошего дела... Нет, даже не так. Для хорошего человека хотя бы пол флакончика наплакать надо. Ха-ха, надо ему. Слезы водяного не дождик. Просто так и стучки не капают. Сумеешь тронуть мое сердечко? В смысле? В смысле? Чем из меня слезы выжимать будешь? Может, сказку жалостливую расскажешь? Или песенку споешь? Танец? Подарочек милый? Подарочек? А, вот конфеты есть. Смешно шутишь, малыш. Хорошо, вот тебе подсказка. Верный способ растрогать водяного до слез – принести ему каменный зефир. Каменный зефир – это такой минерал. За ним тебе нужно в гномьи шахты. Опа! Опа! Да! Вот он, каменный зефир! А ну стой, воришка! Верни камень! Да вам жалко, что ли? Вы вон по этим камням ногами ходите, а я всего-то один взял. Нет, возвращай! Роша! Верни, кому сказали! Вот жадина, а! Ты гляди-ка! Фруктовые конфетки! Хрустальная жила! Это же ассорти! О, хоть кому-то пригодились. О, новые вкусы вышли. Ананасовый. А внутри еще вкладыши коллекционные. Устроит вас такой обмен? Да-да! Иди уже!
обожаю мороженое. Любое. Что, даже с чесноком? Скажешь тоже, Аленочка. Не бывает мороженого с чесноком. А вот бывает. Как раз недавно слышала о таком по радио. Так, девочки, что мы предпримем в наших поисках волшебного лунного камня? Может, попробуем создать поисковый артефакт? Хотя высока вероятность неудачи. Это очень сложная магия. Ничего сложного! Наверняка в интернете про это есть ролик «Сделай сам». Я постоянно такие смотрю, особенно во время учебы. А вы знали, что Влад тоже взялся за учебу? Проводит научные эксперименты, где нужны корень мандрагоры, слезы водяного, каменный зефир. Я немножко помогла ему советами. Научные эксперименты? Ты о нашем Мороке? О, девочки! Никакая у него не учеба! О, да ведь Морок! Да ведь лунный камень! О, Морок уже его нашел! Я в одной книжке читала. Или там в журнале, или комиксе, неважно. Я читала, что именно эти компоненты нужны для какого-то особого действа над лунным камнем. Мы, значит, с ног сбиваемся, камешек ищем, а он давно у Морока. Аленка, это серьезное обвинение. Знаю, сама в шоке. Какой коварный! Всех обманул, всех! А ведь я с ним прямо дружила. Да, в нашем сказочном мире возможно все, что угодно. Думаю, стоит перестраховаться и проверить. Привет, патруль! Прекрасная погода! А что это ты несешь? Что внутри футляра? Ой, все это тебе надо знать, а? Подожди немного, скоро увидишь. Влад, нам нужно посмотреть прямо сейчас. Ну, вообще-то, я планировал открыть его в более торжественной обстановке. Он готов запустить свой план! Девочки, хватайте его! А ну, показывай! Быстро! Эй, ты чего? Отпусти! Отпусти, говорю! Не для того я столько старался! Это тебе, колючка. А ты ненормальная. Мне? Гитара Шикана? Да еще и с автографом. Ой, Владик, ошибочка вышла. Прости, пожалуйста. Я тебе не Владик. И что это было, рыжая? Сказал же, скоро покажу. Ну, просто Аленочка очень переживала. Прости ее. Так вот для чего ты собирал артефакты. Ты обменял их на гитару. Ну, примерно так. Получается, я обманул тебя. Прости, Маша, и спасибо за помощь. Пожалуйста. А новые знания все равно когда-нибудь пригодятся. Но больше так не делай. А за гитару спасибо. Используй бережно. Не сломай. Владик, ну правда, я очень сожалею. Просто дело такое важное. А все признаки указывали на то, что именно ты похитил волшебный лунный камень. Так, девчонки, рассказывайте все.